Так, ребятки, я взял из своей печки 50 стекол, 50. Сейчас мы с вами стекольное дело в нашем доме, я думаю, я полагаю, мы завершим. Да, отсюда он, конечно, смотрится, ну, в принципе, что-то в этом есть. Только надо сделать здесь тоже симметричный вход второй. Вот здесь вот так вот у меня отступление в 2. И здесь пусть будет отступление в 2. И вот здесь мы проделываем еще один вход. Вот, под лестницей. Отлично, теперь смотри. Теперь мы... Ступени нам пока не нужны. Так, песок тоже нам пока никак не нужен. Переставляем стекло вниз. 50 стекушек. И наслаждаемся жизнью. Отличная работа, смотрится очень интересно, я считаю. Вот. И здесь. Ну как вам? Все, я все застеклил. Так, вот это вот у меня лишнее, я не знаю, зачем это я сделал. Эту землю мы сейчас соберем. Здесь, в принципе, красивая стенка деревянная, нормально. Немножко там рельеф, конечно, как бы, но это незаметно. Вот, смотри, здесь мы... А, вот так у нас получилось, то есть эти окна совмещенные. Ну, ладно. Делаем так свет, так свет, так свет, так свет. Все, это уже на что-то похоже. На что-то похоже. Это надо будет еще дверь сделать. Так, 24 окна у меня еще. Вставляем окна сюда. К сожалению, напоминаю, что переделать, в смысле... О, а здесь уже сделано окошко. Да, все, нормально. Так, дальше как продолжать второй этаж, у меня пока еще мыслей нету. Но это все придет. Так. Пошли делать дверь. Двери, по-моему, из досок делается. Сейчас посмотрим. Доски у меня должны быть. Так, посмотрим. Вот так, по-моему. Вот три двери. Землю убираем. Отлично.